have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сейчас с вами вроде как на том же месте. На самом деле, я торчу здесь уже, наверное, ну не полчаса, но минут 20 точно, пытаясь понять, как и что происходит. И кое-что я все-таки понял. Так, ладно, во-первых, мы прокачались. Где у нас тут... Нет, это киберимпланты, и я в менюшке до сих пор путаюсь. Персонаж, да. У нас было 2 очка. Кстати, 2 очка характеристики, я до сих пор еще немножечко не допетрил, что куда, я тут немного в другое вкидывал. В общем, в быстрый взлом одну закинул штуку, вот сюда. Восстанавливается в бою, получает 4 единицы памяти каждые 60 секунд. Если я так понимаю, это вот как раз то, что нам позволяет взламывать. То есть восстанавливаться в бою, это очень нужная штука. И также в силу, в атлетику я вложил 1 очко вот сюда, вот в пассивное здоровье, медленно восстанавливаться в бою. То есть, когда мы просто в перестрелке можем укрыться за каким-то укрытием, отдышаться, нам вернется чуть-чуть хпшечки и без использования медикаментов. Я считаю, что это будет довольно полезно. Вопросы? Ты знаешь, как я в GTA с такими людьми, как ты, поступаю? А, ладно. Кстати, ребятушки. Все больше и больше аналогий проходит. Я думал, что у меня больше всего аналогий будет с... Нет, вот и не я. Я еду в другое место. Извини, Джеки. Я думал, что у меня больше всего аналогии будет происходить именно с Деусом, но пока что, на удивление, больше всего аналогии идет именно с Катана Зиро, как ни странно, потому что, помните этот трейлер, в котором, типа, просыпайся, самурай, ну, самурай, и тут, там вроде как самурай, и тут самурай, блин, может мне туда пешочком дотепать? Просто это выглядит реально здесь. Кстати, знаете, в чем прикол? Я вам сейчас покажу. Вот еще одно доказательство того, что... Да, блин. Менюшка вообще просто, не знаю, сделана отвратительно. Смотрите, есть рюкзак. Вот в рюкзаке наши пушки. Но нажатием на пушку мы можем ее только поставить или убрать. Все. Вот, никакое другое нажатие больше тут не прокатывает. Если ты хочешь что-то сделать с этой пушкой, кроме того, что поставить ее и убрать, ты идешь в параметры... Ты идешь в снаряжение, и только вот здесь вот ты заходишь, и в снаряжении ты можешь что-то мудрить с пушкой. Почему это нельзя было сделать из меню рюкзака? Ну, блин, серьезно, почему это все, эти опции раскиданы? Почему вы не могли все сделать вместе? Это немножечко раздражает. Да, мы в прошлый раз нажали, нашли вот такую чудесную маску. Вот, к тому же, смотрите, какая штука есть. У нас еще, например, заходишь. Я очень долго, ну, как бы для этого, конечно, почитать нужно было, хотя бы чуть-чуть приглядеться, но на инстинктивном уровне ты тыкаешь мышкой в персонажа, тыкаешь мышкой в навык, находишь мышкой этот навык. Почему нельзя мышкой же его прокачать? Нет, ты должен мышкой навестись и только потом буковкой F зажать для того, чтобы прокачать. О, не знаю, это вот оверзапутанность, это, на мой взгляд, крайне неправильно было сделано. Ладно. F5-очку, да. Ой, блин, еще одна корпоративная дрянь, с которой надо поговорить, да? Вот и славно. Тебя туда же. Это дополнительно вообще. Ты звонил, правильно? Я звонил, да. Ну, может по... А, блин. У меня к тебе предложение. Есть предложение. О, да! Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздюк. Условия ставить? Ну ты труп уже, ты понимаешь, да? Давай свои условия! Там у меня опция была, хочу поговорить. Ладно, пофиг. Господи, Мередит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. Угу. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Да, больше никого. Один, как видишь. Это правда.
Проверьте территорию. Тупая корова. Один сказано. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Я могу найти вашу... У меня уникальная опция, почему бы не использовать. Это вон тот планктон. Это правда, они не знакомы. Хотя конвои мне грабить случалось. Я знаю, кто этим занимается, и я могу найти крысу. Просто смирись с тем, что я не тот, кого ты ищешь. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Вот тебя сейчас убьют. Заткните просто и все. Выпусти меня, пока я... Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. Я тебя все равно убью. Так людей не встречают. Тебя охранник ни к черту, я могу помочь. Я могу залатать дыры в защите ваших конвоев, чтобы вас еще раз не обнесли. Неа, неинтересно. Говори, что у тебя за предложение. Давай мне так. Нужен бот, модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчик. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Ладно. Звучит годно. Я в деле. Некоторые найденные вами чипы будут содержать зашифрованную информацию. Чтобы расшифровать данные, перейдите к чипу из уведомлений или найдите его на вкладке «Чипы», раздел журнала в главном меню. С ним выберите «Взломать защиту». Ладно, попробуем. Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Если захочешь меня наебать, я очень быстро... Ты уже труп, ты понимаешь это, да? Я кочевник! Не верь ей! Эта штука в расстрельном списке! Она же сольёт тебя! Понял, спасибо, чувак. Я не буду платить ее чипом, обойдешься, тварь. Так, встретиться с Джеки. Привет! Ты кто? Тебя мама прислала? А я могу с тобой... Ну а дальше? Давайте это будет какой-то сайт-квест. Ребят, я нашел странного чувака. Дайте мне сайт-квест. Чего пялишься? Это, между прочим, невежливо. Иди ты, блин. Кто мою машину стырил? Она тут, между прочим, стояла. Так, что там за вкладка, что там за чип? Ребят, секунду. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сознание, снаряжение. Ну, давайте снаряжение. Это не здесь, да? Персонаж, техника, карта, снаряжение. Ага, может в рюкзаке? Почему бы и нет-то? Редкий компонент для скриптов? Нет, не то. И где я? Так, это мусор. Все предметы, расходуемые, та-та-та. Одежда, это не то. Гранаты, киберимпланты, модификации, это все тоже не то. Тоже не то, это сортировка. А где... Ну я же это сейчас вообще не найду, да? Нет, карта это явно не то, что мне надо. Персонаж, кибердека. Вот, кстати, может быть где-то здесь. А почему? Базовый объем памяти, размер буфера, ячейки, киберимпланты, операционная система, замыкание не смертельно. Перегрузка. Это, я так понимаю, мои скиллы, да? То, чем я владею. Ребят, или вы мне в комментах напишите... Блин. Это у нас журнал. Журнал в смысле задания. Я понял. Или я попробую сам это как-то найти, или же вы мне в комментах напишите, где я могу эти чертовы чипы посмотреть. Потому что менюшка здесь вообще не к черту. Ну, как бы,
отвратительно все это выглядит. Что это за доступные очки характеристики? Это куда? Это вот... А, вот сюда вот, наверное, можно как-то качнуть. Нет, стоп. Зажать, чтобы получить... А, это в принципе... Я понял. Это у нас... опять же, через F-ку все делается. Неприятно. Ладно. Я могу качнуть себе... Тогда силу давайте. Одну. Все, я понял, как это вливается. А! Просто нажимаешь, оно переводит туда. Так, хладнокровие, не уверен, что... Ну, хотя тоже, наверное, надо. Урон при скрытом передвижении, все вид сопротивления. Ну, гляньте, какие бонусы отвратительные. 2%, 1%. Ну, где оно мне почувствуется? Это мне нужно качнуть уровни 10, чтобы оно хоть как-то почувствовалось. Так, ладно, что у нас с реакцией? Ну, давайте хладнокровие тогда еще на 1 качну. Фу, хоть с этим разобрались. Уровень 3. Ладно, что с этим чипом, я без понятия, ребят, так что... Возможно, мне стоило бы его сейчас просканить. А сфига ли ты там? А, иди тебе. Я пешочком доберусь. Вот это опция доставки машины. Ты сюда можешь подъехать? О, можешь, спасибо. А зачем у нее движок только что завелся, если она приехала сюда на заведенном движке? Ладно. Если не разгоняться, то эта машина ведет себя в принципе норм. А вот эти вот показатели сзади, это... Ладно. А вот это что такое? Выбрать местная фабрика Old Foods? Что? А зачем мне это? Быстрое перемещение? А, быстрое... А, это точки быстрого перемещения. Все, я понял. Я понял. Окей. От светофора такой звучок. Ага. Посигналь мне тут еще. Пойдем с Джеки поговорим. Вайя, Порфейн. Рассказывай, что нарыл. Да так. Ты теперь ездишь на Орче? Это что, Арч? Арч. Йо, какой красавец. Орч. Ну, и взял по дешевке. Ну, вообще-то Арк, ну ладно. Скажи-ка, как ты вообще наскреб на Арч? Даже подержанно. Ну, что-то было, что-то одолжил, но мой пике не то. В смысле, оно же того стоило, скажи. На твоем месте я бы сменил глушитель, но мне не хватает этого скилла. Ладно, ты слышал... Что слышно? Да, иди. Что с чайным пакетиком? Жива? Ты не звонил? Жива. Она в теме, рвется в бой. Уже готовится. Они с Дексом уже работали до того, как он ушел на каникулы. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Ну и ладно. Пойдем. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Ихоле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Ну, 10 тысяч у меня нету, мы заплатим деньгами Мелитеха. Сомневаюсь, что мы договоримся. Давай заплатим деньгами Мелитеха. Мы с Мелитехом. Блин, я не хотел платить этой штукой, ну ладно. Они заплатят за бота. Столько бабла на ветер? Не бери в голову, Джек. Как будто у нас его и не было. Мы же не знаем, как там все обернется. Ну что, хромовый ад? Да, пойдем. Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Давайте, если у нас будет опция поговорить, я думаю, у нас будет опция поговорить. А куда ты... Вот, а, как мы здесь. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Понял. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с Мальстрёмом хуй просышь. Ясно. Звони, пусть открывают. Ща, погодь, давай в пяточку сначала. Ладно, поехали.
не задание, а низвержение. Я тебя тоже не особо. Мы от Декса. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Неплохо. Так, минуточку, мне там что говорили? Зет. Уютно тут. Пару фикусов поищу. Старая банка. О! Я не это хотел. Нет! Холстер. Все. Так, старую банку. Ну я позабираю, посмотрим потом, что оно может для крафта что-то где-то. Надо будет вообще почитать, что здесь, как здесь крафтят. Ой, ёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. А чё, ломануть тут ничего нельзя? О, там какой-то ящик есть. Эй, что там? Грузовик Милитеха. Я думал, эти ковроны сперли пару ящиков, а они, смотрю, решили не мелочиться. Я думал, я в окно... А, я в окно должен был посмотреть, да? Вот откуда эта фраза. Понятно. Так, ладно. Туда мы не пойдем. Может, посветлее, кстати, сделать? Что в некоторых моментах офигеть, как темно. Надо будет... Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Чего бы это? С клубничным вкусом, надеюсь. Ладно. Хорош дурачиться. Пойдем. Ну вот. Открывай, сова. Медведь пришел. Старая баночка. Спокойно. Они нас просто пугают. Новый чип, old food, будущее мясо. Ну, пойдем поговорим. Вообще, в пяточку надо бы. То, что я вас краду, вы же не против, что я вас краду, да? Спокойно, Ви. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? Мне нужен... А где Ройс вообще? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. Ну ладно, мне нужен Болт. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. Дум-дум. На диван, бля, быром. Ну, допустим, допустим. Чё будет? Ну чё, дам-дам. А ты чё не садишься? Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Господи, Джек, ты чего? Примери то. Мне не нравится его тон. Мне тоже. Секунду. Сиди, намного сложнее увернуться. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз... Просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Ну и чё ты хочешь? А, чё ну... Чё такой хмурый? Улыбнись. Дунь. Я пас. Спасибо, не употребляю. Ну и пожалуйста, мудила правильный. Ну а чё дальше, как говорит? А, вот мой бот, спасибо. Принесли. Вот он. Болт.
модель МТ-0-Д-1-2. А Милитех его искать не будет? А Милитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Понял. Ну, дай показывай. Заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Ого. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Ворон не фабричный контроллер. Ну, блин, у меня опять не хватает. Мне надо понять, чем мне не хватает. Техники у меня не хватает, да? Блин, там можно было ведь качнуть. А я уже две опции с техникой на 6 пропустил. Надо будет ее качнуть. Сойдет. Ладно, сойдет. Ха! Гляди, сука, какой привередливый. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Я кому? Да, заткнись. Нахуй Брика. Давай договоримся заново. Отличный подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен болт. Показывай деньги. На. Расслабься. Вот они. Прямо так! Просто выкладываешь свои кровные! Берешь или нет? Берешь или нет? У меня еще дела. Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Ага. Тебя замкнуло, что ли? Пока. Не ссылайся, родимая! Вот этот стрёмный! Вали в них! Вали в них! Вали в них! О, ты плотный дядька! Но я не хотел платить этим чипом, ребят, если чё. Понять, как отсюда выбраться. Все наше. И боты. Так, ладно, вы получили культовый предмет и документацию, которая позволяет создавать более качественные версии этого предмета. Да. Так, культовый предмет, можно. Это же мы читали с вами, да? Пошли. Чем быстрее, тем лучше. А, погоди. Стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета. А, оружие с рикошетящими пулями, неплохо. Погоди, чувак. Стой, не кипишуй. Снаряжение, рюкзак. Что мне стоит на главном пистолете сейчас? Так, угасание ночи. Почему он без мода? Параметры, снаряжение. У меня же есть на него насадка, прицел. Почему он у меня без прицела? А, вот, наконец-то прицел появился-то. Так, я заберу. Спасибо, ребят. Тебя тоже обнесу. Тут можно что-то еще. Так, что быстро применить гранату в бою. Ячейку быстро... Ну, да, вроде как понятно, хорошо. Я что-то собираю пока, посмотрим. Ладно, поехали. Я не хотел платить баблом корпорации.
потому что та тетка мне не понравилась, и этот чувак мне тоже не понравился. Короче, мне много кто не понравился, поэтому... Фу, блядь, ебаное мясо! А, сейчас весь провоняю! А, это ж ты... конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Так. Блядь, точно нет другого пути. Вот эти зажимания иногда, честно говоря, а что... Что я применяю? Погодите. Компуктер. И чё? Чё происходит-то? Это какой-то баг или так... Я не пойму. Ну вот я, короче, применяю к компуктеру, но... Ладно, валим отсюда. Пошли. И пять. Фаманос. Ну, Фаманос так Фаманос. А! Блин, там прыгнуть надо было. Опасная зона. Гаси прострелили. Так, он пистолет. Я что, горю, что ли? Ух ты ж. Я тебя понял. Все, ухожу. Ну что, горящие боеприпасы, да? Грены. Так, X. Одну секунду! Перегрев? Что, блин? Я заберу. Да что, блин, почему я горю или что происходит? Жизни у меня не уходят? А, вон значок был горения. Все, понял, 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 более-менее. Так, одного слили. Я по нему там что-то попадаю, кстати. О. Я выстрелил все патроны, вы серьезно? А, у меня патронов еще вот эти. Нет! Надо перезарядить! Надо, надо, согласен. Твою мать! До свидания. Ну или типа того. Так, я продолжаю гореть. Вот эти вот эффекты, на самом деле, ну, не знаю. Как я на пистолет так быстро все патроны выфигачу? Осторожно, а то нас поймают. Перегрев чего? Нормально? Поговорили? Кофемашина? Ищите и обрящите, кабрана! Хватит гореть! Вс,
Все, восстановление в бою. Это у меня сейчас в бою считается восстановление? Я лечусь? Да, я лечусь. Хорошо. Фух, перезарядочка. Что тебя так перекосило, дружище? Что тебя жизнь так не пощадила? Так, то есть их можно все-таки вырубать, эти камеры. Отлично, суперски просто. Просто, блин, офигительно. Я что-то подбираю как-то где-то. Так, на пистолете патроны появились? Да, отлично. Давай я пока с дробашом, пока мы в близком упоре ходим. Вот этого чувака я тогда вольну. Так, что здесь можно хакнуть? Вот это? Так, а что с этими... А, вот сообщение, фу ты, блин. Очень плохие новости, бла-бла-бла, так. Все, понял. А, нет, стоп. Все, ладно, более-менее разобрался, что с компами делать. С первым компом у меня что-то не заладилось. Сейчас вроде стало получше. Куча какого-то лута, надо будет посидеть, поразбираться, в принципе, что это. А, я его знаю. Это Бри. Решави, что с этим будем делать? Откуда эти способы освободить Брикса? Стоп. Возможно, тут где-то код будет. Ага, детонатор. Обезвредить... мину. Эй, тут камеры. Авторизация. Так, сейчас, чувак, сейчас. А кто такой Брик? А, Брик это предыдущий чувак, точно. У нас же с ним договоренность была. Нам надо его, по идее, освободить. Давайте тогда на секундочку еще раз в этот комп загляну. Может, тут будет какая-то информация пополезней. Так, сообщение. Я взорву тебе мозг. Привет, у меня для тебя плохие новости. Наверное, думаешь, что это... Что я такой? Я вуди... Та-та-та, я тоже взломаю. Делай, что я скажу, или твой мозг взорвется. Та-та-та-та-та-та-та. А он 100 евро-долларов. Нормальная цена за жизнь. Плати ей, удалю свою программу, иначе взорву тебе голову. Сначала взорву голову того, кто больше всего любишь. Расскажи потом. Так, это у нас... Сеть подключено устройство. Нет, не то. Так, освободить этого чувака. Мне. А, то есть мне нужен именно ключ какой-то, да? Может, вот. Нет, это не то. На новый чип, будущее мясо. Могу? А, могу! Нет, не могу. Видите код. Ну блин, я не знаю кода. И взломать эту штуку. Хотя, может... извлечение данных, удаленная активация. Вот так, вот, можно. Можно взломать, отлично. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, Омбре. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. Не, чувак, все нормально. Сочтемся, если еще потом встретимся. Тут все просматривается. Хорошо, валим. Хорошо, что мы его освободили. Ну, на мой взгляд, хорошо. Потому что все равно этого мы-то пристрелили. С кем нам теперь дела-то вести, если Брика не вернуть? Брик, это же, так понимаешь, что их предыдущий предводитель, вот этих вот уродов. Опасная зона, да вы чё? Ну, навались! Погнали!
Навалить вам? Ну погнали. Сейчас я лутецкий только заберу. Так. Бегом, бегом! Тебя увидят! Пройди, пожалуйста. Живые, мне уйдем! Не, это ему не, ни о чем, понятно. Бить груши? Зачем бить груши? Что тебе груши-то сделали? Я пуля непробиваемый! О, чувак, ты что, под наркотой? Слишком мало в тебе дыр! Свидание. Ты не офигел, блин, ты модифицированный. О, не рискую. Не рискую. Валим. Валим, говорю. Так. Ну что, парочку мудачья мы грохнули. Высунься. Бегом, бегом! Да, Икс! Давайте, Гавронос! Кто на меня? Дробаш тут неподходящая пушка. Сдаваться! Прорвемся! Так, идем, чувак. Нам надо поменять быстро локацию. Подрезал его! Да не вставай уже! Хороший выстрел! Неплохо, да. Если что, мне такой тип перестрелки через дробаши не очень нравится, но у меня другого эффективного оружия более-менее на дальней дистанции сейчас нету. Хотя вот это неплохо заходит. Лейся. Понял. Надо этого чувака успокоить. О, я в него попадаю. Все, суперски. Фух. Плохо, нас чуть не убили. Надо будет посмотреть, если я могу крафтить аптечки, то нужно будет их обязательно скрафтить. Вот же уроды. Да не говори, прям некрасивые люди. Как ни крути, а некрасивые люди. Так вот оно и выходит. Так. Гребем пока все, пока место не закончится. Закончится место. Блин, а бой закончился, я перестал регенерировать, да? А, ну ладно. А кто меня увидит? Я не, как-то не особо собираюсь стелсить, если игра меня не будет заставлять. Не знаю. Здесь пока что я не чувствую, что это... А я могу тут наверх съездить, не? Так там. Ладно. Вот тут лестница, если тут можно зайти. Наверх. Ну, ребят, вы могли бы продумать диалоги, что если уже не осталось никого в живых, то, блин, кому нас ловить? Такое себе.
очень темно. Погодите, погодите, стоп, секунду, ребят. Вот, немного высветлил, ну потому что темные углы прям сильно темные. Вообще непонятно, что идешь, куда делаешь и всякое такое. Все, поехали дальше. Да мы не такие уж и злые. Не спеши, поболтай. Тут есть камера. Такие уж и злые, я вас понял. Вылазь! Покажи свое ебальце! Нет, знаешь, как бы фишка-то в чем, что подыхать с 4 выстрелов из дробаша это немножечко слишком, если что. Прикрой меня, Вик! Ну классно! Я вас понял, но вообще не надо было туда выходить. Хорошо, хорошо, убили. Загрузка с контрольной. А почему я не могу с... Ладно, я надеюсь, что контрольная была здесь. Ну, я же F5 нажимал вроде как. Сейчас посмотрим. Да, все, все правильно здесь. Так. Знаете что? Погодите. А создание... Создание одежды, расходуем предметы. Так. А ты у нас кто? Мгновенно восстановили 100%. Изготовить... Да, изготовить. Я их по... Ага, понаделаю сейчас, хотел сказать. Я ту штуку сделал и все. Дробаш себя, блин, не оправдал, к сожалению. Но мы не такие уж и злые. Выходи, поболтай. Тут все просматривается. Контроль камеры выключение. Выключить. А что такой взлом-то медленный? Вон там компьютер есть. Блин, через комп можно было. Вылазь! Покажи свое ебальце! Сегодняшний выпуск международных новостей можно с уверенностью назвать межпланетным. Ценность стоимостью в миллионы евро-долларов были украдены с орбитальной станции «Галилей». Грабители пристыковались к станции во время солнечной бури, которая частично заглушила радары и пробив корпус... Так, сообщение. Уважаемый господин или госпожа, меня зовут Сан-Антонос, я представляю компанию В... Так, прошу просить неофициальный характер моего письма, делать тебе предлагатель, мой клиент оставил в цене 10 миллиардов евро-долларов, согласно местному законодательству, эта сумма должна перейти в распоряжение правительства. О чем это вообще? Если не ваше... Ладно. Тебе одиноко и не с кем? Да, понятно. Очень одиноко и очень не с кем. А камеру я могу отсюда выключить? Подключенных устройств системы. Интересно, я их сейчас выключил или нет? F5. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Враги объелись кураги, если чё. Нас же не заметили? Не заметили. Что это сейчас было? Карл. Он уже мертвый, но ему сломали ногу, и он такой... Неплохо, неплохо. Хорошую стоечку стал. Так. Что, вроде бы все? Мы выбрались? Или чего? О, там какой-то Вася есть.
видишь. Тебе кажется. Ну, падла, я иду тебя искать. Ну так иди! Понимаешь, фишка в том, что ты стоишь на месте меня искать. Договорились? Чисто. Супер. Ну, это не получилось долбануть стелсом. Хотя, наверное, можно было. Ну и пофиг. А что выключить? Инчку, где у меня опция была выключить? Все, теперь чисто. А, включить, это понятно. Ну так а что ты крадешь до сих пор, если все чисто? Вот же уроды. А. Ладно. Все, теперь чисто. Чувак, сколько раз это можно повторять, нет? Кстати, вот эти баллончики, наверное, взрываются, я так полагаю, да? Блин, мне опять... Стойте, у меня же уровень качнулся, да? Ну-ка, 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 ну-ка. Хладнокровие, техника, техника мне нужна. Ну, потому что я из-за отсутствия техники стал слишком многое просирать. Я считаю, что это неправильно. Мне поэтому нужно было ее подкачнуть. Заперто. Понятно. Ну, это такая мини-лутальня у нас, да? Чисто прийти, посмотреть, лутануть. Хорошо. Хорошо. Я на самом деле рад, что мы не заплатили чипом. Во-первых, та тетка осталась с носом. Во-вторых, я не знаю, что это за чип, надо будет потом с ним разбираться. В-третьих, мы освободили... Это лошадь кувыркается, это неплохо. Освободили предыдущего Васю, который управлял этими придурками. Теперь он у нас в долгу. А я могу их пометить? Пометить не могу, понятно. А вот эта дверка, наверное, которая туда. Так я понимаю. Так, и пяточка. Фух, вдох-выдох, поехали. Вот это запертая дверка, которая... Которая запертая, да? Отлично. Тебя увидят. Ты побольше каркай, Джеки. И тогда меня точно увидят. Тогда вообще все хорошо будет. Осторожно, а то нас поймают. Вот он! Я же... Сейчас начнется. До свидания, дебил. Их осталось парочка, не больше. Ты где? Вижу. Вижу, вижу. Хватит меня гореть. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Восстановление. До скольки у меня происходит? Стандарт до 72 или это потому, что сейчас бой закончился? Надо будет обратить на это внимание. Я к вот этому чопзику подошел-то более-менее нормально. Стоял впритык, он меня еще не замечал. Но убийство срабатывает только когда идеально со спины подходишь. Ну, не знаю. Ладно, у каждой игры свой подход. Я тут не буду сильно критиковать. Боеприпасы. Отлично.
Тут у меня 200 патронов, тут 200 патронов. Нормально, жить будем. А ты кто такой? Я, по-моему, что-то неплохое подрезал только что, да? Почему я не могу в тачку сесть? Хорошо, хорошо. Мне вполне подходит такой расклад. Ну, с бандой каких-то лошпетов разобрались. Давай, нормально. Ви! Надо выбираться! Надо, надо, я же не спорю. Поехали, чувак. Милитех. У них эти дроны в ко... Жди дыри. Давай за ворота. Там поговорим. Сучка из Милитеха. Понятно. Что, не ожидал меня увидеть? Ожидал, ожидал. Ты знаешь, мне нравится, как ты работаешь. Может, будем сотрудничать? А, ты так сейчас запела, да? Я свое слово держу. Я не бросаюсь обещаниями и держу слово. Угу. Я тоже. Мне сказали, потерялся один из болтов. Наверное, выпал из грузовика по дороге. Думаю, Милитех его уже не найдет. Правильно. Приятно было поработать. Да, давай. О, кстати, я обдумала твое предложение насчет конвоев и охраны транспорта. Нас это не интересует. Так и иди отсюда лесом. Отцепить район. Знаешь, нам пора эссе. Нам пора писать эссе. Так, ну поговорить с Джеки. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Так фига ли-то? Да все кончилось. Теперь точно все, наконец-то. Да, хватит с меня впечатлений пока что. Эй, дай знать Дексу, что его игрушка у нас. Пусть готовит шампанское нам после такого. Так эта игрушка нужна была для дела, если что. Аллилуйя, Гуви. Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Милитеха? Само собой были проблемы. Ройс на хую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Значит, ты заплатил за него их деньгами? Нет. Решил, что деньги мне самому пригодятся. Бота я просто забрал. Вот так просто? Не совсем. Пришлось применить силу. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эвелин Паркер? Как раз собирался. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. Ну, хорошо. Уровень приехал. С уровнем я разберусь, наверное, между сериями. А, мне сюда. Прийти к Лизе между 18 и 6. А, ну то сейчас самое время. Сейчас самое время к ней подойти. Поговорить. Так. Мне вот что интересно. Что это за... У машины тормозов вообще нету. То есть я там нажимал тормоза, но... Как будто... Да успокойся ты. Депрессивный. Получается, что вот это у нас была не сказка, а присказка. То, что нам предложили его достать. Это он, этот бот нужен для дела. Вот. Интересно, что будет за дело, и зачем этот чип, и кому этот чип. Мне не оставляет такое ощущение, что мы просто какие-то мальчики для битья. А вот этот вот барыга, с которым мы только что разговаривали по телефону, он хочет нас кинуть. Не знаю, я бы ему не доверял. И чип бы ему, наверное, не отдавал бы, если вдруг мы его достанем. Ну ладно. Котик, ты что-то потерял? Ну, типа того. Не хочешь топовый брей? Брейнданс? Брейнданс? Да не, я зайду. Ладно,
Я зайду. Погоди, сначала правила. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. О. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох? Окей, дверь открыта. Спасибо. Развлекайся, малыш. Тебя туда же. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Может, поболтаем? Не, не поболтаем. А, поболтаем. Сиську дать, малыш! Ха-ха-ха! Ясно. Да он ее уже бросил. Смотри, чего тебе. Привет. Будешь что-нибудь? Лизич тут работает? Давно хотел узнать. Если бар Лизис, значит, хозяйка Лизи? Уже давно нет. И это малоприятная история. Умеешь заинтриговать. Это точно. Лизи когда-то держала тут стрип-клуб. Назывался «У Лизи». У девочек были неплохие ставки, страховка, охрана. Хорошее место было. Люблю послушать. А, история о золотых деньках. С неизбежным крахом и сладкой ностальгией за неизбежным стаканом. Да. Горькие истории проще глотать под горькие напитки. Так что пошло не так? Лизе пришили тигриные когти. Один из тигров зверски избил одну из девушек Лизи, за что Лизи на месте отстрелила ему яйца. На следующий день банда вернулась. Лиз погибла. Получается, они потом решили, пусть шельмы это место держат? Типа того. Шельмам пришлось с ними договариваться. Они быстро собрались, мозги у них были где надо. За главную теперь Сьюзи Кью. Но вывеска осталась в знак уважения. Сьюзи Кью... И с тех пор бизнес процветает. Это что-то знакомое, погодите. Я ищу Эвелин вообще-то. Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Блин, я не хочу называть свое имя. Да. Ну ладно, Ви. Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Поищи ее, может, найдешь. Все в порядке, Матео. Я его ждала. То есть она все это время сидела здесь. Ну, допустим. Эвелин Паркер. С Питером Паркером не знакома? Я сразу поняла, что это ты. Почему тогда не подошла? А что, сразу не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть. А почему встречаемся здесь? Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины. Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Приму за комплимент. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Так сама же назначила здесь встречу такая, потом пойдем. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. Понял, если мной будет интересоваться, я занят. Все нормально, честно. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Ви, да, и... Ладно, знаете, ребятушки, что, давайте мы тогда в следующей серии уже с ней поговорим. У нас довольно продуктивно прошла эта серия. А в следующий раз я уже... Я жду тебя. Я вот, видите, даже дама говорит, что ждет вас на следующую серию. Поэтому давайте на этом пока же заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладыши. Всем покеда.